За последние 10 дней объем первичной медицинской помощи, именно обращений, вырос практически в 5, по некоторым учреждениям в 7, а то и 10 раз. Это мы понимаем и по детской, и по детским поликлиникам, и, собственно, и по взрослым. Наша задача сейчас – оказать помощь каждому человеку. Что сделано в этом плане? В этом плане, во-первых, мы перемещаем специалистов. Второе, мы отрабатываем работу телемедицинского центра. Мы уже организовали более 10 рабочих мест. Сегодня уже было очередное совещание именно по маршрутизации пациентов. Соответственно, плюс мы доработали медицинскую информационную систему. То есть фактически пациенты, находящиеся на амбулаторном этапе лечения, будут находиться в том числе, помимо очных осмотров специалистов, будут находиться на так называемом дистанционном контроле.